Для трех знаков зодиака 2024 год будет очень особенным. Лев. Для вас 2024 год станет толчком в профессиональном плане. Вы сможете реализовать все свои идеи, за что получите не только удовлетворение, но и хорошую премию. Не исключено, что вам предложат новую должность. Звезды сулят вам успех и радость от выполненной работы и поощрения за нее. Будьте готовы к новым вызовам. Вам будет очень интересно, ведь вы любите браться за новые дела и побеждать. Стрелец. Представители этого зодиакального созвездия будут больше думать о своей личной жизни. В 2024 году вы можете расстаться с прошлым, избавиться от токсичных отношений и встретить человека, с которым вам удастся построить счастливую семью. Уже совсем скоро вы задумаетесь и о детях. Вселенная всячески будет способствовать тому, чтобы вы реализовали себя в родительстве и семейной жизни. Рыбы. Рыбы, пришло время не только мечтать, но и реализовать свои мечты. Ноги в руки и вперед. Астрологи говорят, что именно 2024 год принесет вам радость и счастье. Ваша задача – не упустить свой шанс. Поэтому вам запрещено медлить и долго думать. Вы сами кузнец своего счастья. К слову, у вас может появиться новый друг. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!